Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Покревский. Вы на канале «Фитнес после 50». И в этом видео хочу рассказать о том, какую я придумал классную штуку для того, чтобы мне жизнь была интересней. Я решил запустить консультации по здоровому образу жизни, потому что одно дело – это снимать видео и читать ваши комментарии, видеть ваши лайки, и совсем другое дело – это общаться с живыми людьми, слушать их вопросы и пытаться им помочь. Я провел уже около 10 консультаций, и мне это понравилось, и я решил рассказать об этом более подробно. То есть было 10 консультаций. Я думаю, что примерно 50% людей мои советы помогли, потому что люди пришли с конкретными вопросами, люди пытались что-то делать, но у них не получалось, и они хотят начать заново. Мне интересен этот опыт, потому что мне кажется, что так я смогу лучше понимать проблемы людей, то, что рассказывают на канале, о чем рассказывать, какие советы давать. Поэтому, вот, собственно, я это и затеял. И если вам это интересно, если вам нравится то, как я тренируюсь, как я питаюсь, если вам интересен мой опыт, именно если вы хотите чему-то научиться у меня, только в этом случае приходите на консультацию и давайте будем помогать друг другу. Вы поможете мне стать более опытным советчиком, я помогу вам начать здоровый образ жизни. Что надо сделать? Переходите по ссылке под этим видео и выбираете удобный для вас день и время консультации. Там не так много вариантов. Я провожу примерно 2-3 консультации в день. Время обозначено в этом сервисе. Но расписание может меняться в зависимости от того, какие у меня там обстоятельства по жизни. Внимательно заполняйте поле ваш электронный адрес. Так вы будете получать, туда получите информацию о том, где будет проходить консультация. Она будет проходить программе Zoom, и ссылка придет к вам на почту. В назначенное время переходите по этой ссылке. У вас должен быть или компьютер, или мобильный телефон. Программное обеспечение установится по этой ссылке, и вам предложат его установить, если оно у вас не стоит. Это удобная программа, гораздо удобнее, чем Skype. Время консультации 30-40 минут. Этого времени, как правило, достаточно для того, чтобы начать какой-то принять начальный план действий и договориться обо всем. Жду вас по этой ссылке. Приходите те, кто действительно хочет изменить свой образ жизни. До встречи.